Это видео создано при поддержке интернет-магазина Нева Брик. Эксклюзивные лего-наборы, кастомные мини-фигурки, оружие и аксессуары для мини-фигурок. Судя по поведению мужчины в здании, он способен за себя постоять и защитить свою семью. И моя помощь ему явно не требуется. Так что надо позаботиться о себе и как-то спуститься вниз. Путь назад не отрезан, там слишком много зомби. А вот соседнее здание недалеко, и кажется, там есть пожарная лестница. Можно попробовать этот вариант. Думаю, все может получиться. Вечером на улице зомби стало как-то меньше. Это интересно. Военные в городе. Надеюсь, у них получится разобраться с этой заразой. Серьезные ребята. Да, это здесь, я уверен. Внутри, кажется, чисто. Никого не видно. Странно. Маячок перемещается. Надеюсь, это не то, о чем я думаю. Ну, конечно. Вторая часть кода у меня, но его хозяин вряд ли сможет мне теперь хоть что-то рассказать. Вот черт! Как же зомби-апокалипсис не вовремя. Оружейный магазин. Раньше я тут бывал. Да, такие места в смутные времена первыми подвергаются грабежам. И этот стал не исключением. Магазин уже вычистили. А вот и грабители. Но огнестрела у них не видно. И это к лучшему. А ну дай сюда! Не трогай ее! Ах ты! Гадина!
Черт, вроде жив. Все мои вещи, они пропали.